Синхрон, лайв, стендап – эти странные для многих слова каждый день звучат в редакции любого телеканала. Для работников телевидения не бывает выходных, а праздничные дни всегда рабочие. Вот и в наш профессиональный праздник – Всемирный день телевидения. Процесс создания интересного контента не прервался ни на минуту. Между сборкой актуальных новостных сюжетов мы успели провести круглый стол и получить поздравления от главы городского округа Воскресенск Артура Болотникова. Благодарностью главы городского округа Воскресенск Московской области за многолетний плодотворный труд, высокий уровень профессионального мастерства, весомый вклад в развитие информирования населения городского округа Воскресенск и плодотворную работу с органами местного самоуправления награждается коллектив ООО «Искра ВКТ». Поздравляем. В наш профессиональный праздник за круглым столом с главой округа собрались творческие сотрудники телекомпании «Искровект» и представители депутатского корпуса. В обсуждении мы затронули вопросы значимости официальных СМИ и их перспективы развития, взаимодействия с аудиторией и возможности активного диалога с жителями. Самая главная задача телевидения в муниципалитете – это рассказывать больше о своих людях, о своих земляках. Конечно. Это ценно. То, что многих мы не увидим на федеральных каналах, но есть такая возможность. На круглосуточном нашем телеканале показывать именно людей любой профессии. Неважно, дворник, это сантехник, плиточник. Конечно. Или человек любой профессии. Если он ответственно относится к своим профессиональным обязанностям, он достоин уважения, он достоин, чтобы о нем говорили на телевидении, о нем писали. И я думаю, наша команда это понимает, и мы будем и дальше, в следующем году рассказывать о людях, о наших. А ведь земля Воскресенская, она полна талантливыми людьми. Это наши и певцы, и танцоры, спортсмены. Телевидение – одно из самых массовых средств распространения информации. Корреспонденты телекомпании «Искровект» каждый день освещают главные, актуальные политические и социальные события родного края. Наши интересы не ограничиваются городским округом Воскресенск. Мы держим руку на пульсе и знакомим жителей со значимыми событиями Московской области и России. Мы находим героев прошлого и настоящего и рассказываем о них всему округу. В документальных проектах делимся любовью к своей малой родине. А еще придумываем для любимого зрителя развлекательные шоу, программы, прямые эфиры и рубрики. Сегодня за этой красивой картинкой, содержательными программами и новостями стоит огромный труд профессионалов-телевизионщиков. Редакторы, корреспонденты, операторы, монтажеры и многие другие, без которых ни одна телевизионная машина не поедет. Я каждый год об этом вам говорю, я каждый год практически у вас здесь на подведении итогов. И важно доносить до наших жителей, до наших избирателей, до наших горожан правдивую, правильную, несмотря на то, что она разная бывает, информация негативная, позитивная, но острая информация, она должна быть правдивой. Тогда, конечно, население верит и понимает и смотрит. И мы вот сейчас увидели в репортаже, что наше воскресенское население, оно очень любит «Искровект», доверяет. Вообще телевидение – это как раз то место, где как нигде можно в полной мере осознать поговорку «один в поле не воин». Нашим дружным коллективом мы фокусируем внимание на важных аспектах современной жизни и совместно с руководством округа участвуем в решении многих проблем жителей. Мы каждый день на связи. Следите за нашими новостями.